Первые фотографии с места пожара. Черные от копоти стены, потолок и пол. Из левой стены торчат электропровода. Это все, что осталось от отплавившейся электророзетки. 5 апреля пожар в многоквартирном доме 29 в селе Трубино унес жизни мамы и двух малолетних детей. В ходе предварительной проверки и изучения места пожара было установлено, что наиболее вероятной причиной пожара является неисправность электропроводки и электрооборудования, находящегося в одной из комнат данной квартиры. Площадь пожара составила всего 7 квадратных метров, и гибель наступила в результате отравления продуктами горения. Материалы, собранные на месте пожара, направлены в испытательно-пожарную лабораторию Московской области. Ей предстоит установить точную причину возгорания. Отделка в комнате выполнена из пенопластовой плитки. При тлении она выделяет токсичные вещества. Четких требований пожарной безопасности по отделке помещений нет, зато есть ограничения при пользовании бытовыми электроприборами. Нельзя эксплуатировать неисправные электроприборы, электросети, нельзя перегружать электросети. Необходимо устанавливать устройство защитного отключения на вводе в квартиру, стиральная машина, электродуховки. Проверку состояния электропроводки лучше всего и правильно доверять специалистам. Специалисты укажут на слабые места и на что обратить внимание при пользовании электросетями. Особенно часто перегрузки происходят в холодный период, когда не работает центральное отопление. Перед протопкой хотелось бы напомнить, что необходимо проверить целостность дымоходов, состояние печей, котлов и других теплогенерирующих устройств, которые установлены. И при малейшем сомнении лучше ли пригласить специалиста и не допускать эксплуатацию данного оборудования. Не будет лишним оборудовать жилые помещения пожарными извещателями. При задымлении такая система разбудит хозяев. Если только пожар не возникнет снаружи дома, от пала сухой травы, поджигатель в этом случае попадает под уголовное преследование. У нас зарегистрировано более 25 выездов на пал сухой травы. Перехода огня не зафиксировано. И собственники должны также позаботиться о своих землях и навести на них порядок, в том числе или своевременно окашивать траву. С 15 марта постановлением губернатора в лесах Подмосковья введен особый противопожарный режим. Разводить костры запрещается не только на полях, но и вблизи лесных массивов. Михаил Налетов, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».